Я снял машину, там есть международный сервис, который как раз в Москве, можно в Шереметьево ее оставлять. Встал в 6 утра, чтобы заранее, чтобы там никаких нюансов не случилось по дороге. Заключил договор, сел в машину, поехал, выехал из Минска, там прямая дорога, по Беларуси можно где-то 120 ехать. Пересек границу, тоже все спокойно, достаточно быстро. Поехал потом до Москвы, уже в России там было где-то 90-60, много населенных пунктов. Помедленнее пошла езда. Потом доехал до Москвы, там по навигатору ехал, что-то долго крутился, много пробок было, приехал где-то как раз к 5 часам, там 6 как раз час пик начинался, я так понимаю. Но я так думаю, в Москве там постоянно куча машин. Вот. Ну и где-то в часов 7 добрался до аэропорта, отдал машину, загрузил сумки, пошел, все погрузил. Потихонечку, как раз у меня было часа 3-4 до вылета, и все, сел в самолет, долетел, все нормально. Мы же не можем в связи с карантином нигде особо сейчас ходить. Квартиру я снял, но там, по сути, только заехал на секундочку и поехал сразу же в гостиницу, вещи собрал, поехал к команде. Потому что вначале я был на изоляции, там отведены эти, по-моему, двое суток, 72 часа, что-то такое. Вот, потом заехал домой, собрал вещи и поехал в гостиницу, уже присоединился к команде. После того, как результаты теста пришли по коронавирусу. В Беларуси карантина не было, получается. Ну, когда выходные были, просто ездил на природу, там, допустим, в баню ходил. Иногда с друзьями может пойти в сквош поиграть. В этом году решил не брать отпуск, просто продолжать держать себя в форме постоянно, то есть ходить в зал там, и когда уже лед появился, возможность ходить тоже. Подошел в хорошей, считаю, форме, но все равно как бы сбор это и есть сбор, когда присоединяешься к команде, совсем другой темп, совсем другой режим, поначалу все равно тяжело, особенно на льду. Тихонечку знакомлюсь с ребятами, то есть все хорошо, коллектив дружный, ребята веселые, подбадривают друг друга и в зале, и на льду, так что все хорошо. Вообще, в целом, тренировки сами по себе, если брать по отдельности, вполне нормальная нагрузка, но когда все вместе, где-то одно на другое накладывается, конечно, вот для меня это первая неделя таких нагрузок, чувствуется усталость, и мышцы где-то закислены немножко больше, то есть бег вчера нормально дался, первая тренировка дня, она всегда полегче, уже вторая, там уже где-то на усталости дорабатываешь, уже посложнее. По поводу Челябинска, ну, я знаю, что это очень хоккейный город, то есть много традиций связанных здесь, и ценится этот спорт в этом регионе. И также знаю, что не так давно Челябинск был очень успешен. Ну, прошлый сезон не очень получился, но очень успешен в чемпионате КХЛ, и что у них высокие стандарты, и они стараются бороться всегда за медали.